На сельскохозяйственной ярмарке было представлено 30 тонн мяса и колбасных изделий, 6 тонн молока, 1 тонна рыбы, 160 тысяч штук яиц, более 2 тонн муки и почти 5 тонн картофеля. Если на рынке цена за килограмм говядины в среднем 2,5 тысячи тенге, то акмолинские сельхозпроизводители реализовывали продукт по 2 тысячи тенге. Наступила осень, чтобы обеспечить горожан свежим мясом к зиме, по низким ценам привезли 10 голов говядины, утку, гусей. Это натуральные продукты из села. В городе сейчас все дорожает, чтобы как-то сбить цену, мы продаем подешевле. Пусть будет радостью для кокшетауцев в преддверии Дня независимости. Самую длинную очередь можно было наблюдать у прилавка с яйцами. Жителей города привлекла низкая стоимость белкового продукта. По той же аналогии, на прилавках магазинов в Кокшетау минимальная цена за десяток яиц варьируется от 420 тенге. А вот предприниматели из Жаксынского района установили привлекательную стоимость в 320 тенге. Благодарим за организацию ярмарки. Здесь яйца стоят 320, а на рынке стоят 450. Накануне Нового года вот все цены очень дешевые, в отличие от рынка. Помимо основных продуктов питания, на ярмарке была представлена фирменная продукция Акмолинской области – мороженое, корт, творог, сыры и йогурт. Кокшетауцы отметили важность поддержки городского населения аграриями региона и считают, что подобные мероприятия должны проводиться регулярно. Назира Балташева, Медет Кайркенов, Жамбыл Балтаев, Кокше Акпарат.